Всем трем. Это канал Лэйзи Дмитрий. Бла-бла-бла. Играем в Rock'n'Roll Racing. Ставьте лайки, пишите комментарии и все такое прочее. Ну что, на чем мы в прошлый раз остановились? Продолжаем точнее играть. Мы остановились на... А, точно, я купил все вот эти вот по три штучки. Ага, вот эти расходники. Да-да-да-да-да. Все, и теперь мы копим на перпиету мобиле. А денег у нас нет ни хрена. Ну, поехали чё. Сами деньги, к сожалению, в этой игре не появляются. Блин, мин проехал. А вот так удачно. Блин, серьезно, а? Они меня сдули. Еще и мин мне понаставили. Ты смотри, гаденыш, а. Ты смотри, а понаставил мин, блин. На чьей-то минке подорвался. Одно из двух. Либо на чьей-то минке подорвался, либо чья-то ракета пролетела. А вот сейчас мне уже так нельзя делать. Попадаться на мины или еще что-то в этом роде даже близко нельзя. Сказал, я чуть не попался на мину, да? Я взял. Ну, хоть под конец ее цапнул. Когда-нибудь это должно было произойти. Вот вам. На память обо мне. Фух, чуть не сдулся, а? Ты смотри-ка. Так, сохраняем. И следующая гоночка. Денег пока нет, тратить не на что. Ну, то есть нет, тратить есть на что. Но смысл. Там. Что происходит? Да блин, ты, алё, ну ты куда ты? Блин, подождите. Почему не стрелял-то? Я нажимал несколько раз на выстрел. Так. У меня определенно происходит какая-то херня. Вот это было обидно. Да ты смотри какой метки. Да блин, серьезно, а? Круто. Ни хрена себе, парень, у тебя снарядов-то, а? Накопил снарядиков-то, а? Гаденыш, блин. Красавчик, ёпломана. У меня такого количества нету. Я прям немножечко даже завидую, знаете ли. Ну так, чуть-чуть. Да поехали! Блин, а. Что? Поехали, поехали! Блин, серьезно? Вот это ща, это вообще, это такой был... Это был такой лютый рандом, а? Вот так вот попасться под мину. Я же случайно два раза на этот, на ускорение нажал, короче. 27. Ну да. 10 тысяч и 2 сверху. Мало. Ну и фиг с ним. Что теперь поделать? Мало, мало. Нормально. Нормально. Mm-hmm.
Значит, я правильно поехал через сокращение. Да вообще хорошо. Я даже сказал замечательно. Так, у нас Last Lap был или нет? Я что-то немножко пропустил этот момент. По-моему, нет. По-моему, вот сейчас будет Last Lap. Но здесь повезло. Я здесь как бы вырвался из общей кучи и оставил их там сзади. И они между собой передрались. Ну, это один из классических вариантов, когда дерешься именно с компами здесь. С людьми такое не всегда прокатывает. Люди могут понять, что как бы смысл стрелять в того, кто рядом, когда нужно догонять того, кто спереди. И сколько в итоге? О, местный вырвался. 41, ничего себе, 27 было. То есть 37 и 4 сверху. Ну, норм, норм. Вот так еще три гоночки мы прошли. К сожалению, покупать пока. Нет, ну вообще, нет, ну, 60, 64, ну нет, да, тут тоже особо не попокупаешь. Нет, сначала, я говорю, берем самое дорогое, сначала вот эту штуку, потом 70, 60, 64, ну да, потом, наверное, шины сначала, потом вот это, а потом уже, да, как обычно, брали сам последний. И будем копить на катер на воздушной подушке. Но до этого еще далеко. Ой. Так что, плейлисты поддержки канала в описании под видео. Всех, кто же до сюда посмотрел, обнимаю. Парни хлопают по плечу, девушки чмокают в щечку. Увидимся в следующей серии. Рок-н-ролл и сенка. Как-то так.